Друзья, на нашей выставке проходило награждение лучших продуктов, и рядом со мной стоит обладатель золотой медали. Очень хочется поподробнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Пучишский сыродельный завод. Сегодня мы получили 3 медали. Одна из них золотая. За масло традиционное 82,5%, которое изготовлено из натуральных продуктов. То есть у нас масло отдаивается коровкой, приходит на завод, проходит контроль качества, сливки попадают в тан, и в этот же день уже выходит готовая упакованная продукция. То есть мы переоборудовались полностью. Раньше, если надо было перефасовку делать, что позволяло как бы бактериям лишним попадать в продукт, то сейчас напрямую уже идет фасовка и выходит готовая пачечка. Также мы изготовляем сыры твердые, полутвердые, кавказские, которые можно употреблять как в салаты, в чистом виде, идут абсолютно для обжарки. И фишка Пучишского сыродельного завода с 1974 года – сыр колбасный копченый в советских времен. Также мы изготовляем полутвердые, твердые сорта, российский пармезан, сыр российский. Мы недавно за него получили бронзовую медаль, сейчас мы получили здесь серебряную за него медаль. Также грюмьер, премьер и голландский сыр. Все изготовляется согласно технологии ГОСТа, экологически чистая продукция, которую надо употреблять и есть. Спасибо большое. Вы забрали весь пьедестал почета. Это прекрасно. И пожелаем вам удачи и в следующем году. И надеюсь, ваше качество также останется оцененным по достоинству. Спасибо вам большое, за что мы благодарим учредителей World Food Moscow 2021. Большое вам спасибо, что нас осветили.